400 медиков планируют привлечь в Подмосковье для работы. В медучреждении области с начала этого года уже пришли работать свыше 250 врачей. Для привлечения в регион медицинских работников в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека» и «Земский доктор». Они обеспечивают врачам жилье и работу в сельской местности. Пилотный проект по взиманию налога с самозанятых граждан будет запущен в 2019 году в Московской области. Реализация проекта запланирована с середины 2019 до 2020 года в 4 субъектах России. Если тестирование окажется успешным, с 2020 года власти начнут вводить налог по всей стране. Следить за скорой в Подмосковье теперь можно с помощью телефона. Для контроля необходимо открыть мобильное приложение системы 112, активировать значок «Машина скорой помощи» и ввести номер телефона, с которого скорая была вызвана. Маршрут движения, ориентировочное время прибытия отобразится на карте.